Так, ну что, я туда поехал за этим шариком. Мы же не нужны сейчас еще? Или нужны? Пока не нужны. Поехали. Да, слушай. Здесь две классы и там. Не, вот там. А, вот это вот? Да. За счет, собственно, искажения изображения. Изображение искажается таким образом, чтобы компенсировать естественные перспективные искажения. Если мы, например, нарисуем какое-то изображение на плоскости, да, и будем смотреть не перпендикулярно, а со стороны отойдем, то оно все будет сплющено. И вот издалека мы не поймем, что нарисовано. Поэтому задача состоит в том, чтобы изображение растянуть так, чтобы, когда мы отходим на расстояние какое-то, чтобы оно тоже сужалось и при этом становилось в правильных пропорциях. Это секрет в красках, смешение цветов, либо это... Это в первую очередь геометрическое искажение. Да, а во вторую очередь уже, конечно, да, там путем светотени, путем рефлексов добивается уже объем непосредственно. И тогда изображение кажется не только верно построенным, но и объемным. Секрет на самом деле прост. Вот это вот мероприятие, так скажем, совместно с ГАИ, это пока первый такой проект? Это не первый интерес со стороны ГАИ, дорожников, но первый опыт, да, потому что вот в Москве в прошлом году дорожники интересовались этим, они хотели Собянину протолкнуть идею как раз таки так, чтобы на проблемных участках дороги делать какие-то нарисованные фальш-препятствия, чтобы автомобилисты притормаживали. Но почему-то так до дела и не дошло. Пока реализованных идей нет, да? Да, пока что нет. Хотя очень хотелось. Это интересно. Сколько уже проектов есть? В Волгограде я по большей части рисовал чисто для себя, нарабатывал опыт. Собственно, исследовал эту технику. Хочу сказать, пожалуйста, про акцию, которая сегодня здесь проходит, кто выступил инициатором, какова идея, задумка.
Но сегодня мы проводим акцию «Эксперимент нанесения визуально искусственного неровности», чтобы привлечь наших водителей притормаживать перед пешеходным переходом. И проблема, которая у нас наезды на пешеходных переходах, чтобы всех, ну то есть шнуровать так, что-то не то там заговорился. Ну что ж, продолжайте мысль. Привлечь водителей притормаживать на пешеходных переходах — это как бы передовой опыт и других стран. Вот мы сейчас наблюдаем в процессе начала этого рисунка, который будет выглядеть в 3D. То есть для водителя, который будет приближаться, это будет визуально как искусственная неровность. То есть в простонародье лежачий полицейский. Вот. Ну и посмотрим, что с этого получится. Возможно, это внедрится и в нашей стране, как это будет выглядеть. И... А, может быть, есть какие-то идеи в дальнейшем продолжить этот опыт более, так скажем, масштабно? Ну, идеи есть, это как бы эксперимент. Вот, за границей там также она носит детей, переходящих через пешеходный переход. Ну, посмотрим на реакцию водителя, на реакцию наших граждан, как это будет помогать. Я надеюсь, что будет. Только здесь или еще где-то в Волгограде? Ну, данный рисунок можно наносить и в тех местах, где по ГОСТу нельзя наносить такую неровность. То есть чисто визуально. А Волгоград — это первая акция, где проводится? Ну, первый город, где проводится такая акция? Ну, насколько я знаю, что первый. Мы надеемся, что первый, и наш опыт будет перенят другими городами. Первый по России? Не, я имею в виду, да, по России, за границей это много. Мы это нашли в интернете, созванивались. А не проще было просто установить знак там, «дорожная неровность»? Дорожная неровность не везде по ГОСТу разрешена установка. Поэтому мы вот пытаемся так вот привлечь проблеме наезда на пешеход переход. Спасибо. Спасибо. Ну, видно, кстати, что такое ощущение, что там лежачий, да? Отсюда, да. Но ближе подходишь, там все плоско. Но оно и должно быть такой эффект. Шеф, видел Григорий? Я не знаю. Вон там спуск, там лестница.